Спасибо большое, 6 класс. Они сейчас будут готовиться к своей литературной оценке. А я хотела сказать, что разница между популярной и классической музыкой такая же, как между фильмом и книгой. Фильм вообще показывает, а книга оставляет место для воображения. Послушав блестящую сюиту французского композитора Камиля Сен-Санса «Карнавал животных», 7 класс представил себе определенную картину и связал ее с наступающим годом красной обезьяны. Давайте посмотрим, что же они. Thank you.